Как прогнозируют синоптики, до конца осени в Прикамье будет ветрено и облачно. Обильных снегопадов не ожидается, а морозы будут только крепчать. Так, уже в четверг, 17 ноября, значительно похолодает до минус 18 градусов ночью и до минус 12 градусов днем, что примерно на 4-8 градусов ниже климатической нормы. Согласно предварительному прогнозу, холодная погода сохранится до конца ноября.